Мальчики и девочки, всем привет! У Иринки сегодня омлет. Доброе утро! Также кофе, утренняя чашка кофе с булочками. Всем приятного аппетита! Ну что, попробуем омлет повара? Не знаю, добавить, не добавить сметану. Сейчас попробуем и узнаем. Ну что, вкусненько. Диета продолжается. Ладно. Вообще-то, что зачем? Я не буду сметану добавлять. Мне вот с такой булочкой, которая по помпушка с чесноком. По акции шла. Тут еще петрухи положили, чтобы вкуснее было. Мы вчера были в магазине. Не знаю, что в нем хорошего. Ой, там такие цены. Омлет с помидорами. Омлет чеснок. Повар приготовил. А мне опять столько посуду мыть. Я вот удивляюсь, мы живем с ним вдвоем. А у нас только посуда. И куда она берется? Если что, пишите в комментариях. Кто-то много жрет. Бахнем капелька. Кофейка бахнем. Кстати, я видела в Ашане фруктоза. Ну, она ашановская, правда. Что-то 260 рублей килограмм стоит. Диетологи мои, напишите, стоит брать, не стоит. Максим говорит, что не стоит. Так что пишите. Максим, во время Сергея полезный завтрак. Правда, яйца закончились. Придется у Максимки отрезать. Ну что, новый вырос. Мы вчера с ним ходили гулять. И мы в центр города ходили. Потом дошли до магазина. Ну что, так-то в центре города нормально. Там вечером движуха. Thank you.
Аж целый год срок годности, офигеть. С кокосиком. Кстати, можно на крылопке расплавить. Ну ладно, мы не будем извращаться. Но я еще подумаю. Стоит, не стоит возвращаться. В рынке еще чипсики есть. Максим! Ему скучно. Да, Максим? Тебя все равно не видно. Эти сковородки, да. Угомонися. Я же говорю, ему скучно. Нет, самое удивительное, он меня сегодня не будил. Он меня обычно утром будет. Максим, иди нахер. Я сейчас выключу, что не будет. Ну ты нахера это делаешь? Максим. Я бы усмирила. Ну, сам напрашивается. Ну, вот как-то так, да. Кстати, у этой булочки что-то не хватает. А чего не хватает, не знаю. Это за место хлеба. Кто-то там написал, твоя еда – это трава. Но если вы любите травкой питаться, ради бога. Мне же жалко, что ли? Еда – это чудо. А если я могу идти купить яички? Яички, да. Хлеба. Что нам еще купить надо? Да все вроде. Молоко есть. Кстати, вот это молоко буренка вкусное, мне нравится. Молоко буренка. Мама мия. Это Максиму булочку оставим. Муха.
Сегодня мы вечером гулять не пойдем, потому что Максиму на работу. Работает он до полперо. Ночи. Потом зайдем с ним в магазин. Купим яичек. С хлебушком. Там шоколадное масло есть, надо потом что ли взять. Ну, посмотрим. Потом. Это вот так сделаем. Вкусненько было, но мало. Мама бы хотела, вы сейчас напишите. Кокосики. Абсолютно хорошая турецкая сладость. Вот, кстати, тоже турецкая сладость продается. Да-да, турецкая сладость. Сладость. Мягконько, нежненько. Вкусненько. Кстати, не такая приторно сладкая. Простоквашино. Да, ну просто квашено, кстати, вкусно. А даже скажу, вкуснее, чем мыша. Масла нету, 300 грамм. Он такой был, девочки и мальчики, у меня завтрак. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Кушайте вместе с Ириной Сергеевной. И всем пока-пока.